Ну, что я хочу сказать? Сопли вытирать? Нет, пот. Я вся как наждачная бумага. То есть к поту прилипла пыль. И все лицо, руки, ноги, не свались, пожалуйста. Все как наждачная бумага. Но мы это сделали. И я вон там, на том углу. А Фиру вон на том углу. То есть Фира уже теперь для нас ближе, чем Ия, ну, я не знаю, может быть, на 0,8, на 0,8 ближе, да, то есть нам осталось 0,2 до Фиры, но это до начала Фиры, а потом еще нам нужно полностью ее всю пройти. Зайдем в свой любимый ресторан «Пять чувств». Нет, в «Пять чувств» не пойдем. А можно там одних червяков попросить, без рыбы? Точно, точно, червяков без рыбы. Сколько будет стоить, спросить, да? Вот. Просто жареные червяки. Я хочу сказать, что, конечно, греки из этого острова, да, из Санторини, сделали просто конфетку. Вот взять, да, и вот из этого черного всего, да, сделать вот это вот белое, такое привлекательное, такое красивое, куда люди сейчас так едут. Раскочегарить это все? Да. Понастроить пятизвездочные отели. Тут одни пятизвездочные отели. Одни пятизвездочные отели. Притом, что такое пятизвездочный отель в данном месте? Моря нету. Вот, вон оно море, то есть там ты не искупаешься. То есть это такая вот, по-немецки говоря, беха, да? Ну, то есть, как по-русски-то? Ванна, да, большая ванна, вот это вот, да? Корыто такое большое. Корыто, да? И это называется собственный бассейн. И этот собственный бассейн, и у тебя справа будет такой же собственный бассейн у других людей. Слева над тобой терраса будет, собственный бассейн. То есть все люди вокруг тебя, и ты платишь, вот сейчас Андрюша смотрел, 400 евро, самый дешевый, вон там 220. И ты там вообще... Я не знаю еще, что там, это я так посмотрел. Так просто, посмотрел, там, да. Там каморка какая-то Папы Карло. Наверное, за 220, потому что это очень дешево. Тут обычно от 400 и до 1000 вот такие вот цены. Ну вот так, они это сделали, они молодцы. Ну, место, конечно, изумительное. Вот сейчас в сентябре просто прекрасное. Вот мы идем, 27 градусов, ветер дует, так здорово. Мы уже где-то 2 часа прошли, да, и нам еще не меньше часа идти. То есть получается 3 часа вот эта дорога, это точно. Может быть, немножко больше получится, я не знаю. Ну, тут заброшка. Ну, это еще не достроили, просто такое я чувство. Думаю, ну, это же нет, не старое. Я думаю, старое. Оно уже начало облупляться внутри. Ну, может быть. Сложно сказать. Но... Не знаю. Факт тот, что, конечно, удовольствие все равно испытываешь, огромное удовольствие. Вот сейчас будем закат наблюдать здесь, тот, который твоей жизни. И, конечно, прекрасно. Не знаю, кому, может, тут не понравится. Это, наверное, тем, кто вот с лайнера на 2 часа пробежал и ничего не успел. А вот так, если ты гуляешь, особенно как мы, да, вот эти вот гормоны удовольствия прут от пота, да, когда гуляешь до пота, и вот ты просто кайфуешь, я вот чувствую, насколько это прекрасно. По поводу моих шорт. Вот пишут, значит... Безмозглая такая сякая, поливают меня грязью. Никто тут не ходит в трусах. Вот знаете, я вам скажу, вот именно все ходят в трусах и в шортах. А те, кто пошли в платье, те идут, его вот сюда задирают. Или, если платье короткое, вот так идут, чтобы не поднималось. Я могу сказать, я одета правильно, именно по месту, как здесь правильно и нужно ходить. И все так ходят. Я думаю, что кто пишет мне такие гадости, они просто не могут себе позволить ни трусов, ни шорт. Скорее всего, у них такие ноги толстые, что они трутся между ногами и не могут они ходить. Им вон такие панталоны надо под платье одевать, чтобы не терлись ноги. Поэтому они меня поливают грязью. Я так думаю. Ой, какой закат, да? Сейчас все будет ниже, ниже, ниже. Круто! Всем привет, Санторини!